Доброго времени суток. С вами Сергей. Сегодня у нас 3 мая 2024 года и время посадки сосны кедровой. Сейчас как раз видео хорошо подойдет для тех, кто сажает в небольшом количестве. Покажу импровизированный рассадничек. Это таз. Таз бытовой. Можно, конечно, лучше покупать строительный, а не повыше. В тазу сбоку просверлено отверстие для поступления кислорода. Снизу не сверлю, потому что трава прорастать начинает. Обтянут он на стяжке с той стороны на крючке с проволоки затеняющей сеткой 80%. Сетку использовать надо от 50%. Здесь 80%. Я обычно сажаю вот в те рассаднички. Это колеса покрышки от трактора Белоруса. Здесь размеры, высота 20, 40 на 30. 10 сантиметров грунта. 10 сантиметров грунта. И посажена шишка корейского кедра в количестве 100 семян. Сейчас раскрою, покажу. Распаковал. Это выглядит вот таким образом. Здесь сделаны лотки на расстоянии 3-4 сантиметра. И острием вниз уложен орех кедровый. Получается 100 штучек зашло при плотности, ну, практически на сантиметр посадки. 100 штук, значит, спокойно войдет кедрового ореха сибирского 150 где-то штучек. Вот такая подсказочка. Видео нужное, у кого небольшое количество, кто хочет чисто для себя посадить. Обратите внимание, притеняющая сетка, она обязательно нужна, так как кедр растет под пологом леса, он выгорает неплохо на солнышке. Ну и плюс защита от сорок. Сороки дергают кедровые всходы на ура. Ну что ж, на этом видеоролик заканчиваем. Всем добра и здравия!